Зрители, новый выпуск по Clash Royale. Я решил на основном аккаунте поиграть дешевым хогом и дешевым големом. Выглядят эти деки вот так. 3.9 эликсира для голема, это дешево. И вот колода с хогом, 2.6 эликсира. Кстати, колоду с големом, если вам интересно, я взял у игрока Декстер. Вроде он автор этой колоды. И, короче, взял он с этой дека 5.800, чемпион лигу. Если хотите, чтобы я записал на аккаунте Декстера видос с его каточками, go 5000 лайков, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Соберет ролик 5000 лайков, я еще почитаю комменты, если захотите, я попрошу у него, я вроде записывал уже на его аккаунте видосы, я спрошу у него, если даст, я обязательно сниму его катки, как он дошел с этой декой до 5800. Я предлагаю начать колоды с хогом, давайте прокачаем пушку на 13 левел и прокачаем скелетика на 13 левел, 200 тысяч золота потратили и поехали сразу же в бой. Вот эта колода с хогом меня очень выбесила. Я играл сначала с големом дешевым, а потом вышел против меня хог. Еще дешевле, я просто охренел, меня так бомбило, как же я проигрывал, просто жесть. Так, ну поехали, сейчас посмотрим, как я буду играть против этой деки. Так, таран, скелетики за один эликсир, мушкетер, а прикольная дека, прикольная. Мне нравится, мне нравится проигрывать, вот. Фаербол был. Но, смотрите, живет у нас мушкетер еще живет, поэтому поехали сразу в атаку. Да ёб твою. Ну, хок, пару тык, пожалуйста. Молодец, все. Так. Воу. Так, скелетики. Дефаем, бандитку задефали, хорошо. Бревно, быстрей. А что так сложно вдруг стало? Что это за бредовая дека против меня? Так, ладно, поехали, хогушка. У меня вроде быстрая дека, я как мне повезло. Очень повезло. Вот всегда так. Возьмешь одну деку, тебе подберется контр. Возьмешь другую деку, тебе еще хуже контр. Я бы не сказал, что мне вот я сейчас играю против контры, но неприятно. Неприятно, потому что торнадо есть у соперника. Но тут ледяной голем. Минус пушка. Фаербол плюс зап. Давайте скелетиков. Так. Ай-яй-яй-яй. Да ну нах. И чё, и всё, и вот так вот изи он меня выносит. Вот так вот вообще без шансов, да. Плак-плак. Ладно. Хорошо. Что это за колода против меня? Вообще без танка какого-то. Ладно, поехали. Справа. Да охренеть. Рили. Ну, сейчас он, кстати, чуть-чуть затупил, но насколько это мне на руку, я не знаю. Стой. Нельзя. Да ты достал, реально. Отцепись, блин. Да я... Заберу у тебя башню, хоть одну. Так, сейчас еще торнадо будет. О, кстати, скелетики остались живых. Ай, блин. Печально все. У меня не получилось с этой декой. Хотя, погодите, еще, кстати, я не проиграл, да? Да, я еще не проиграл. Поэтому рано делать выводы. Возможно, я еще затащу как-то здесь, если повезет. Так. О, хорошо, что я сбил этот каст. Тычку. Блин, тычку он не сделал. Печально. Печально. Поехали. Сразу прессинг. Так, это суть этой колоды. Блин, вот хорошо он запнул скелетиков, кстати. Блин, но он еще не добьет фаером. Поэтому пытаемся еще прессинговать его. Так. Фаербол. И еще одну тыку, хок. Воу. Опасно. Остается 115 хитпоинтов. Поехали. Пытаемся. Все еще пытаемся. Давай, хок. Давай. Охренеть. Класс. Фух. Жесть. А, у него пека. Ну, блин, достаточно странно. Но, тем не менее, прикольно. Давайте теперь с големом попробуем.
С големом тоже интересно. С големом я прям вообще, я вот голема люблю, это моя основная как бы карта на данный момент, поэтому ну, с големом я должен получше сыграть. С хогом, как видим, не очень. Но, тем не менее, я заставил противника понервничать. И я уже, кстати, думал, все, я не выиграю. Никогда не сдавайтесь, друзья. Никогда не сдавайтесь. Так, ставим сборщик. Он тоже ставит сборщик. Скорее всего, три мушкетера против меня. Но не знаю, не знаю, что получится. Давайте сольем банду гоблинов. Зап, по идее, да. Ну что он ничего не выпускает? Неужели это... Ага. Ладненько, ладненько. Ставим, короче, голема. Ставим голема. Так. Интересно, он всех трех мушкетеров в одну сторону выпустит? Нет, он, короче, разделяет сейчас. Хочет атаковать под, на две стороны. Окей, окей. Попробуем задефаться. Так. И банда гоблинов. Банда гоблинов. Запать будешь, нет? Блин, не запнул, друзья. Он не запнул, поэтому мне голема нечем дефать. Зап. Так, хорошо. О, нормально. Ой, голема, гиганта. Ну, я задефал гиганта. Он почему-то не слил зап на летучих мышей. Он бы мог минуснуть мне башню. А, на самом деле, три мушкетера чуть-чуть контрят меня. Мне нечем их реально убивать. У меня нет фаера. У меня нет торнадо. У меня практически ничего нету против трех мушкетеров. Ну, есть мини-пека, банда, там все дела. Ну, вы же знаете, как оно на практике все получается. Ладно, поехали. Ставим голема. Так. Снова такая же стратегия. Так. Ну давайте, мини-пекка. Стрелы, отлично. Здесь зап. Зап, хорошо. Неплохо. Пока что. Банда гоблинов. Шикарно, мне нравится. Давай, сливай зап свой. Нет, он не сливает зап. Блин, он вышку забрал. Он забрал вышку, а я заберу вышку? Интересно. Я бы хотел забрать его башню. Да, забираем башню, но трех мушкетеров я еще не забрал. Вот это печально. Ладно, ставим пока голема. Ставим пока голема. Здесь у нас мини-пека пойдет. Здесь у нас стрелы. Здесь у нас банда гоблинов и мега-муха. Здесь летучие мыши. Здесь зап. Как же сложно, блин, играть против этой деки. Реально, прям напрягает меня. Мини-пека. Быстрее, блин. Жестко, пацаны, проигрываю. Давай, три мушкетера. Гигант. Слил гиганта, окей. Зап. Быстрее. Хорошо. 800 хп осталось. И что делать будем? Как будем добивать его? Я не знаю. Оп, успел. Ну почему я не успел? Давайте попробуем. Да не, ну это все, это поражение. Я не задефаюсь. К сожалению. Да. Блин. Да все, я что я тут сделаю? Ну, я против трех мушкетеров попытался. Давайте еще попробуем одну каточку. Честно, вот эта дека мне уже сзади. Ну, вот здесь сидит вот эта гигант плюс три мушкетера. Ну, вы уже реально... Ну, ребят, извините за выражение, но вы затрахали уже с этой гигантами, тремя мушкетерами. Ну, смените уже ее. Ну, возьмите что-то другое. Ну, блин, хоть какой-то вариант другой. Одна и та же. Гигант три мушкетера, гигант три мушкетера. Ну да, есть еще с шахтером, я знаю. Но она достала эта дека. Ну, блин, ну сколько можно одним и тем же играть? Спеллбейт, три мушкетера, мартира. Все. Больше никаких колод в глобале нету. Так, ну то, что у него ракета, мне не страшно. Потому что у меня, ребята, колода дешевая, я могу и без сборщика играть. У противника горит пукло, но это хорошо. Стрелы и... Че, летучие мышки? Просто летучие... мартира с этим. С ордой мух, с хогом. Хорошая игра. Я понял, сейчас будет орда мух. Давай, я готов. Я готов встречать орду мух. Я готов. Все. Ага, тоже запнул. Ну ладно. Зато смотрите, гоблины что делают. Шикарно, шикарно. Тоже я больше урона нес, чем он. Так, ну давай, давай хога. Давай, я жду хога.
Если выбросить правильно мини-пеку, то Хог 0 тык сделает. Вот сейчас я выбросил мини-пеку правильно. Так. Ну, вроде я видел, Декстер колоду с мортирой выносил. Вроде как. Эх, так, надо было больше с Хогом поиграть, чем с Големом. С Големом я реально уже долго играю. Хотя вот, блин, обидно, что я проиграл трем мушкетерам. Ну, я там, в принципе, держался. Держался до последнего. Не сразу отъехал. Ставим сборщик. Ставим его. 20 секунд остается. Давай, 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 давай. Че, Хога не подбрасываешь? Лох. Ладно, ладно. Сейчас ставим Голема. Хога, чем же задефать? Я не помню, у него бревно или зап. Давай, банда гоблинов. Банда гоблинов и зап. А, у него зап, я вспомнил, все. Окей, минус Хог. Все, ставим, короче, голема. Понеслась. Сейчас будет, ребята, пукан-вулкан. У меня зап, у меня стрелы, у меня реально много всего. Так, тут летучие мышки, их будет более чем достаточно. Здесь у нас пойдет мега-миньон. Мини-пеку для Хога оставляем. Так, давайте банду гоблинов сливаем. Тут мини-пека. Готовим стрелы. Давай, давай, миньонов. Ну уже, я жду миньонов. Я жду миньонов. Блин, надо было запнуть. А миньонов стрелами убить. Ну ладненько. Так, тут зап. Зап, хорошо. Давай, 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 давай. Ну вот, реально, я не знаю, как эта колода работает. Вот как-то так. Вот как-то так мы и играем. Осталось, кстати, еще 4... Опа, все. Бы-бы. Бы-бы, Василий. До свидания. До свидания. Отличная игра. Ладно, зря я, конечно, БМ врубил в конце. Нельзя, я вот сам не признаю БМ. И вот очень жалею, что себе позволяю так вести себя. Всегда, ребята, проявляйте уважение к своим соперникам. Хотя иногда, не я знаю, бывают еще те сволочи. Но к нормальному сопернику всегда проявляйте уважение. Против меня играл нормальный соперник. Я извиняюсь за то, что в конце немножечко позволил себе потроллить. Ну что, сыграли мы с Хогом. С Хогом, конечно, одну каточку только сыграли. Ну, тоже неплохо. Мы ее выиграли. Я еще поиграю. По кубкам вы видите, что я как был на дне, так и остался. То есть я не взял 5800, хотя до конца еще у нас 2 дня. Хрен знает, может еще и возьму. Ну, я, честно, сомневаюсь в этом. Ну, ничего страшного. Зато я вам показал 2 классных колоды. Если понравились онлайн-катки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите новые видосики. Спасибо, ребятки, вам всем за просмотр. И желаю вам всем удачи. Хорошего настроения, до новых встреч, пока.